I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. И снова всем приветики. Мы только что вернулись домой. Отвозили подружку Милен, она у нас ночевала с субботы в воскресенье, с субботы на воскресенье, и пока мои сейчас поставят машину на стоянку, вышла я на минуточку для того, чтобы забрать гриль, хочу помыть, у нас уже все соседи обедают на свежем воздухе, я тоже решила сегодня приготовить барбекю. Вы знаете, девчонки, заходить не хочется. Плюс 22 градуса, тепло, солнышко, тишина, ветра практически нет. Ну, такой вот легенький. Такое ощущение, что не начало февраля, а где-то апрель месяц. У нас в прошлом году Милен ездила на лыжную базу на зимние каникулы. И в этом году, вот у нас последняя неделя, вот с понедельника до пятницы, он может слышать, и соседи обедают уже, надо будет мне поторопиться, а то обеденное время пройдет, уже ужин начнется, пока я тут наболтаюсь да наготовлю, ну ладно. И вы представляете, в этом году отменили, набрали деток и отменили поездку, потому что снега нет достаточно, чтобы кататься на лыжах. Я думала, что, ну, возможно, это у нас такая теплая зима, что как бы мы на юге, ну, у нас, в принципе, никаких морозов не бывает. Нет. Оказывается, даже вот в горах недостаточно снега, чтобы люди ездили, тот, кто любит на лыжах отдыхать. Ну ничего, начнутся каникулы, если будет так тепло, будем ездить на море. Ну а что делать? Погода-то классная. Но в принципе я смотрела, что в следующей неделе будет немножко попрохладнее. 13, 16, 17. Но дождей пока не обещают. Вообще вот эта четверть, она настолько быстро пролетела. Возможно из-за того, что ну то аллергии, то эти кашель, то еще что-то, болячки. И как-то вот так вот, ну, настолько незаметно, только вроде бы отметили Рождество, только вот ребенок пошел в школу, и все, последняя неделя, потом две недели каникул, и начнется уже следующая четверть, потом немного у нас будет каникул в апреле, да, в апреле и до июля, и потом все. Каникулы на 2 месяца. Ладно, девочки, пойду я гриль мыть, потому что сейчас вернутся. А я тут восседаю, в теньке прячусь. Да потому что если на солнце... Вот я вам сейчас покажу, когда на солнце выходишь, мне я абсолютно не вижу, во-первых, себя, во-вторых, вот этот вот от телефона, что когда держишь, оно лицо закрывает. И потом... О, а теперь темно. А потом мне пишут, что это у тебя за черный квадрат такой на лице. Тень это, девочки. Ладно, мои хорошие, пойду я мыть гриль. Несмотря на то, что сейчас у нас февраль, но погода стоит по-настоящему весенняя. И я решила на обед приготовить настоящий весенний обед. У меня будет окрошечка. Добавлю. Думала... Дома укроп есть, и в магазине не купила. И как оказалось, укроп закончился. Артур готовил какое-то блюдо, и туда ему нужен был укроп. И у меня единственный ингредиент в окрошке, которого сегодня не хватает, это укропчик. Я, кстати, в последнее время, ну как в последнее время, когда сезон, что зимой я окрошку не очень люблю делать, но
последнее время стала, знаете, какое готовить, ну, как заливочку для окрошки. Раньше пробовала когда-то, на майонезе делала, но майонез у меня уже давно в обиходе не присутствует на кухне. И потом делала очень долго на кефире, на сыворотке тоже пробовала. И самый вот это вот лучший вариант, не знаю, может быть, в будущем еще что-то найду. Беру баночку, ну вот это у меня большая миска, здесь у меня две баночки греческого йогурта натурального, без добавок. В него добавляю сок одного лимона, ну если небольшой лимончик, если большой, то половинку. И чайную ложечку горчицы. И водой заливаю напополам. Вот беру, ну, обычную, какая есть, вот бутылированная вода. И газировку. Или перье, или бадуа. И получается так вкусно, вот как на квасе. И хочу также поджарить колбаски на гриле. Купила вот такую вот колбаску. Это из утки. И обычную. Мне она очень-очень нравится. Так что вот, несмотря что на календаре зима, по погоде весна. И вот такой вот у нас сегодня будет воскресный весенний обед. Февральская петуния. Не зря я все откладывала, откладывала, не выбрасывала цветочек, потому что уже несколько раз собиралась, и все думаю, жалко, вот они, новые росточки, даже не знаю, наверное, то, что посохло, пообрезаю. Ну как вот выбросить, цветет, красота, и пахнет же она как. В феврале месяце петуния, никогда такого еще не было у нас. Вот так вот мы на столе загораем, да, текушка? Лексу, скучно без тебя, пока ты тут солнечные ванны принимаешь. Домой не хочется тебе заходить, да? Ой, такая шерсть теплая, нагрелась на солнышке. Тикунька, скоро нельзя будет на столе. Скоро мы будем кушать. Мама скатерть постелит. Да, красотунья. Так что давай, приучайся. Есть вон стульчик, на стульчике подушечка. Пойдем, я тебя переложу. Пойдем, моя хорошая. Да, скажи, куда там? Да, скажи, куда там? Не хочу я никуда идти. Пойдем, пойдем, пойдем. Мой пушистик, моя сладкая. Давай, здесь же мягко. Лучше здесь, чем на столе. Скажи, тебе там лучше, а мне на столе лучше. Ой, тихонько. Круче всех Лексу нашему. Спит себе, папа с Милен мульты смотрели, да, Лексюня тоже вначале смотрел, а потом задрых, да, Лексюн, Лексюня. Девочки, пишите, что нельзя будить котов, но если его не будить, он вот так вот целый день выспится, а потом ночью, осторожно, Милен, тык-дык-тык-дык вытворяет, да. И скребет лапками, коготками двери, чтобы к нам в кровать залезть. Да, когда немножко побегает днем, тогда он ночью спит. Лексюша, Лексюша, я уж попробую разбуди. Вон, сколько я его уже глажу, зову, реакции нету. Спит бебенька. И все тут. Где мама твоя? Где Милеша? Тут. Лексиона. Утибози, утибози. Сладкий наш. Вот так. Леночка у нас после ванной. В шапочке. У нас все котики. Удобные вот эти вот шапуньки. Вот у кого длинные волосы. Надел. И они там сохнут. И не холодно, да? После баньки. Спит себе спокойно и все. Хоть зацеловывай его. Хоть крокеты давай, хоть еду. Если спит бебень, а то он спит. Да, Лексюн? Лексюн, ну как тебя будить? Попробуй только вот это ночью к нам потом проситься. Мы тебя не пустим. Да он и так тоже не просыпается. Папа, он говорит, гладил его. Рыхнет. Лекс, он, дивись, какие ты.
Животюнька. Налопался, да? Ты налопался. Или вот так. Или вот так, или вот... Не, ну так аккуратно. Все, ушел кот. Кончилась сладкая жизнь. Был один котик. Теперь два котика спят на пледике, да. Вместо того, чтобы играть с ним, Миленочка что сделала? Улеглась рядышком. Ну, молодцы. Когда я смотрю обзоры на ароматы, и блогеры так красиво рассказывают, что вот этот аромат прекрасно подойдет брюнетке элегантного возраста, а вот этот больше подойдет молоденькой блондинке. У меня, особенно в последнее время, что я стала замечать, я ароматы ношу по погоде. Вот если брать такой вот насыщенный, такой тяжелый аромат, как Габриэль, раньше я могла по настроению, вот сегодня мне хочется чего-то такого с горчиночкой, чего-то такого яркого, могла наносить и летом, весной в теплую погоду. Сейчас, ну вот он меня просто душит. И уже неделю на мне аромат Елисейские поля. Настолько он нежный, такой цветочный, легкий, приятный. Девочки, напишите в комментариях, как у вас с этим обстоят дела. Как вы выбираете? Или носите один парфюм, который самый любимый? Или же тоже, как вот блогеры, которые делают обзоры на различные парфюмы, тоже классифицируете по возрасту, по цвету волос, или вот так вот, как я. Теплая погода, хочется чего-то такого легкого, солнечного, а в холодную погоду можно и носить что-то более такое тяжелое.